Дорогие друзья, пришел к Гриферу домой. Пришел, но я сейчас ему уже стучал, вот я ему показываю, что я здесь в подъезде нахожусь. Он не открывает. Я с ним разговаривал, короче. Я его нашел, мы с ним связались. Он назвал свой адрес и думал, что он, короче, в моем городе живет. Он думал, что я не приеду, но я приехал. Смотрите, вот сейчас он... Алло! Че надо? Слышь, ты Грифер? Ну, я. Ну, я тебя нашел. Ты говорил, что я тебя не найду, я тебя нашел. Я тебе говорю, что... Вот я тебе говорю, нельзя оскорблять, я тебя нашел, открой дверь, давай сейчас поговорим. Да не надо, не буду, я тебе ничего открывать. Я тебе говорю, открывай. Пошел отсюда. Посмотри, слышите его, ребят? Вот смотрите, я вот сейчас снимаю, он не открывает. Сейчас мы знаем, сейчас... И слушай, я тогда в полицию позвоню, слышишь? Я сейчас вызову. Ты никому звонишь, я отсюда знаю вообще. Ну я реально позвоню в полицию сейчас. Звать. Ты в глазок видишь меня, нет? Вижу. Вот, смотри, я телефон беру. Ну смотри. Гудки пошли, тихо, не мешай. Не берут пока. Да что ты будешь вообще? МВД Ленинский. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Что случилось у вас? Скажите, я хочу вызвать наряд или кого-то там, полицейского, участкового. Сейчас здесь в квартире, короче, неадекватно себя ведет один мальчик. Он там вообще матерится. В общем, он, ну, короче, себя неправильно ведет, угрожает, что-то надо с этим делать. Что, прям шумит? Да, 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 ну, вообще, ну, он себя неправильно ведет, он, короче, что-то надо делать, понимаете? Адрес назовите. Адрес... Вот по этому адресу, пожалуйста, что-то как-то можно сделать? Ждите, к вам участковый выехал. А вы направили участкового, да? Да, 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 сейчас к вам. Ну, ладно, подождем тогда. Все, спасибо, спасибо, до свидания. Слышь, я вызвал. Ну, что ты гонишь, никто сейчас не... Ну все, ждем тогда, сейчас придут. Ждем. Ну, да. Дорогие друзья, сейчас убедитесь, сейчас я вызвал полицейского. Надеюсь, он придет. Может быть, меня... Ну, короче, надо его наказать, этого Грифера. Да, будем делать антигрифер-патруль. Вот. Фух, ждем. Так, тихо, смотрите, я снимаю. Вот, я вызвал. Видите, сейчас придет. Здравствуйте. Здравия желаю. А что, тут съемочка ведется? Да? Ну, я снимаю, понимаете, я вот тут живет мальчик, короче, неуравновешенный, и я хочу вот его вообще снять. То есть вы не против будете? Я, конечно, понимаю, что закон позволяет, но я просто не хочу на закон надавливать, я хочу просто по-человечески спросить, можно ли я сниму, потому что... В общем, я хочу его снять. Как так? Я вообще ролики снимаю, я это делаю, этим занимаюсь. Слышал про такое. Ну ладно, посмотрим. Так, смотрите, вот 69-я квартира, здесь себя он неадекватно ведет, кричит, матерится. Вообще, ранее было замечено то, что он в играх матерился, все вот это плохо делал. В общем, надо с ним что-то делать. Мне не открывает, естественно. Он и не обязан, как бы. Я вот вызвал полицию. Сейчас откроют. Сейчас откроют. Кто? Сотрудник полиции. Смирнов Сергей Владимирович. Открываем дверь, молодой человек. Здрасте. Так, вот. Смотри, вот видишь, я же говорил, что ты откроешь. Да, вот он, смотрите, вот он. Это проказник у нас. Вот он у нас плохо себя ведет. Че, ты не верил, что мы зайдем? Я же сказал, полицию вызвал. Че ты мне не верил? Че, смеешься теперь? Конечно, да это все неправда. Какой неправда? Ну, давай. Сейчас давайте тогда сейчас его оформим как-нибудь. Что с ним делать надо? Вот, видишь, ты что, не веришь? Полиция, смотри. Какой неправда? Ты что, дошутился уже? Ты уже доигрался. Родители где у тебя? На работе. На работе? А ты что один дома делаешь в таком возрасте? Играешь Играю. Нибудь? Во что ты играешь? Майнкрафт. Сейчас пойдем, покажешь мне. Где у тебя комната? Вот, я же говорил, я вызвал полицию. Что, думал, шутки шутим, что ли? Сколько можно с вами, с Гриферами уже? Вот. Так. Тут, значит, да? Вот, смотрите, это по ходу орудия преступления. Сейчас посмотрим. А стой, ты что, сейчас прям в Майнкрафте, что ли, на сервер моем? Да. Какой у тебя ник? Дрейкборг, смотрите, это, в общем, вот тут он часто, смотрите, матерится, все такое делает. Это вот сервер в игре Майнкрафт, он здесь людей убивает, все такое. Да, видел я уже такое.
Вот. Смотрите, я сейчас вам даже покажу. У меня телефон есть, видео. Вот. Пойдемте, пройдемся куда-нибудь сюда, чтобы удобнее было, чтобы вы все видели. А тебя вроде Вадим зовут, да? Ты как-то в скайпе там отзывался. Да. Да, да, смотрите, вот. Это вот. Чей дом, слушай? Ты что? Это ты знаешь, когда ты дай мне по полицарам дым нашему ебать. Зачем ты чужой дом ломаешь? Это так, блядь! Это не твой дом? Не стыдно? Матом ругаешься, значит, да? Тут административкой, походу, не отделаешься. Ну, я говорю, смотрите, он оскорбляет, а у нас есть статейка оскорбления личности, все такое. Конечно. В интернете сейчас часто учтились, людей уже находят, сажают. Надо поэтому что-то с ним делать. Как думаете, что с ним делать? Ну, я так думаю, для начала конфискуем орудие преступления. А, не тут... надо. Как не надо? Я не буду там. О. Все? Не наигрался надо. Ты? Не надо. Надо, надо. Все. Не буду больше. Правильно, заберите у него. Сейчас сам со мной поедешь. Давай, да? Собирайся. Зачем? Участок. Отдайте, так больше не буду. Будешь? Не буду. Не будешь уже? Нет. Ну вот там и разберемся. Одевайся. Не надо. Надо. Уже поздно. Сейчас там быстрее. Потом поздно родителей вызовут. Да. Че не надо? Где? Вот. Приедут учителя. Портфель у тебя школьник, да? В каком классе? В седьмом. В седьмом? Ну, в седьмом. Нормально. Как раз лет на 5 тянешь. Ну, шутим, собирайся, конечно. Собирайся. Не надо. В тюрьму ты, конечно, не поедешь, но протокольчик мы тебе точно составим. Надо. Надо, надо, давай скорее. Не надо. Быстрее, я тебе сказал, собирайся. Не надо. Смотри, пылай. Ну, это слезы, знаешь, ничем не помогут. Ну, как-то, давай, собирайся быстрее. Полицейский ждет, сотрудник полиции. Не надо. Все, давай, собирайся, твои сопли я слушать не намерен. Все, да, давай, одевайся быстрее, мы тебя ждем. Ну что, собрался? Да. Все, пойдем. Портфельчик. И школьники, блин. Все себя так ведут. Все. А что ему будет, кстати? Составим для начала административный протокол, родителей вызовем, а там уж разберемся. Может, не надо? В школу сообщим, надо-надо. О, кстати, в школе пускай он на учет поставит. Потому что он... Вы ролик видели, знаете, как он себя ведет. 14 лет, если нет, поставим. И на учет. Да нет ему, какой ему 14? Пойдем. Да, давай. Он мне язык сейчас показал, кстати. Разберемся. Разберемся, да. Спасибо за вызов. Да не за что. Вам спасибо большое. Видите, дорогие друзья, вот так все и снимается. Вон они идут у нас. А, слушайте, ставим лайки за то, что я сделал. Вообще, я вызвал полицию, грифер увезли. Ставим лайки. Вот я постараюсь сделать антигрифер патруль еще чаще. Будем вызывать полицию, пускай их увозят. Статейка имеется за оскорбление. Выдели, он владельцем сервера был у меня на сервере. Поэтому, короче, вот такая ситуация. Я сел в машину, еду домой, еду садиться за компьютер, опять заходить на свой сервер на Сержу Крафте и опять искать гриферов, находить их, связываться. Я думаю, то, что моя рубрика новая, она прикольная. Пока сейчас я доберусь до своего компьютера и продолжу работу над поиском опасных гриферов. Вот я и дома, наконец-то, дорогие друзья, вот я пришел домой. Фух, был трудный денек, а я продолжу. Я уже, так сказать, зашел, естественно, заранее на сервер Сержукрафт, вот я здесь летаю, как бы здесь я и нахожу всех гриферов, поэтому заходите, IP в описании, в группе присылайте фотографии, пишите, кого вы еще найдете из гриферов, может, вас кто-то обзывает, гриферит, поэтому, если что, мы поедем к нему по адресу и вызовем также полицию, и будем разбираться, поэтому IP в описании ролика, ставьте лайки, и я думаю, лайк я заслужил. Всем пока!